У них в распоряжении целый арсенал специальных приборов. Один может обнаружить зажигательную смесь, другой – взрывчатку. Для этого даже не нужно открывать сумку. Систему безопасности за несколько часов до схватки сборных Португалии и Испании проинспектировали глава региона Вениамин Кондратьев, прокурор края и руководитель регионального управления ФСБ. Делегации показали специальные рамки при входе на стадион. Губернатор отметил, что, несмотря на обеспечение правопорядка, очередей здесь быть не должно. Осмотрели и единый центр управления. Ни один гость не скроется от видеонаблюдения. За происходящим будут следить более 2000 камер. Любое правонарушение будет зафиксировано в центре на территории стадиона. Сколько у вас камер, которые позволяют распознавать личность? У нас 94 прохода. На каждом проходе установлена камера, которая позволяет отслеживать... Никакого времени она личность распознает? Она распознает личность моментально. То есть, коллеги, еще раз, то есть мы находимся здесь, где находится всевидящее око. Да. Я на самом деле еще раз убеждаюсь, что каждый квадратный метр стадиона находится сегодня под пристальным взором. Тех, кто сегодня контролирует, тех, кто будет болеть, в том числе и сегодня вечером, за любую из сборных, которые будут играть. Это принципиально важно. Строгий контроль ждет и автомобилистов. Машины, которые вызовут подозрения у правоохранителей, будет сканировать инспекционно-досмотровый комплекс. Свободно они подобраться к стадиону и по воздуху. Беспилотники перехватят специальный комплекс заглушки радиоволн. Аналогичные средства есть у Федеральной службы охраны. Они используют их тоже по своим мероприятиям. И у Министерства обороны еще более мощное средство, но оно используется только в особых ситуациях. Но оно развернуто и здесь имеется непосредственно на стадионе. Сегодня от всяческих и от всех угроз максимально защищен стадион «Фишт». Все футбольные матчи, которые будут здесь проходить болельщики. И я считаю, что степень защищенности, наверное, самая высокая. Вот то, что сегодня мы с вами увидели, оценили и пришли к этому, я уверен, совместному выводу. Пройдя все барьеры систем безопасности, не стоит забывать и о правилах поведения на матче.